лучше ты, чем я. Я сейчас! Привет, сестричка! Привет, братишка! Как я тебя рад сегодня видеть снова на прохождении уже новой игры. Я для тебя подготовил и нашел достаточно очень интересную и безумную игру под названием Rage 2. Может, ты видела, а может, нет, но обязательно ты сегодня о ней узнаешь, посмотрев этот видеоролик. Мы начнем прохождение. Я тут, как видишь, уже продолжить игру, но это я запустил для того, чтобы проверить, насколько у нас хорош компьютер, тянет ли у нас на ультра настройках эту игру. И скажу тебе, что игра на самом деле-то не особо требовательная, но достаточно проработана. Что это за игра, ты да, спросишь? Может, ты не слышал. То я тебе скажу. Это достаточно очень интересная игра. Постапокалипсис прошел. Новая эра людей. Ну, может быть, старая. Но вот точно есть новая эра людей, с которой мы будем с тобой бороться. Да, нам нужно будет их победить. Не буду тебе рассказывать сюжет, в общем, давай лучше мы начнем и вместе все посмотрим и увидим, что это за игра, стоит ли в нее играть и насколько у нее хороший сюжет. По сложности, ну я не знаю. Давай, наверное, нормально выберем. Высокий кошмар, ультракошмар, ну это не для меня. Я хочу насладиться сюжетом, да и думаю, ты тоже хочешь посмотреть сюжет в первую очередь, а не мои страдания. Хотя, может, и мои страдания. Ты обязательно напиши об этом в комментарии. И, кстати, не забудь написать комментарий, вдруг ты проходил эту игру. Наверное, на заставках мы с тобой лучше будем смотреть их вместе, чтобы не пропустить суть сюжета. Поэтому давай-ка мы их послушаем. Потому что это первая заставка. Мы строили такие планы на эту планету. Наша Земля была столь милосердно очищена метеоритом, чье имя Апофис. Как много у нас было планов. И все их сорвал один человек. Николас Рейн. Одним нажатием кнопки нас лишили будущего. Появились ковчеги. Экосферы посыпались на Землю раньше, чем было положено. Они снова посеяли жизнь в бесплодных пустошах. Снова запустили жизненный цикл. А ведь это была прерогатива нашего вида. Наши планы были сорваны наивными, нахальными плебеями. Плебеи не дали нам очистить ослабевший вид. Они отказались от нашей помощи. Предпочли спасать свою жалкую, никчемную жизнь ценой будущего всего вида. Верх эгоизма. Думали, что победили нас. Мы сами позволили им так думать, но мы ушли под землю. Мы следили за их распри, за их глупыми войнами, за детскими играми в наведении порядка. Мы набирали сил. Наша наука, наши знания, богатый опыт, все было подчинено единой цели. Хирургической ликвидации слабых. Человек переродился. Мы уничтожим их оборону. Захватим их поселения. Захватим ковчеги. Сегодня мы сравняем с землей их ничтожные города. Сегодня мы начнем великую зачистку. Сегодня будет возрождено правительство! А неплохое, я тебе скажу, начало в этой игре. Да хороший ролик такой, хороший. И переход такой интересный был. Так, выбрать персонажа. Женский, мужской, мужской, женский. Давайте мужской, наверное, да? Хотя, ну ладно, ладно, мужской. Я же мужчинка. Поэтому поиграем за мужского. Так, пушечки давайте, давайте возьмем. Опа, она, у нас уже пистолетик. С тобой в начале игры будет этот. Неплохо, неплохо.
Как всегда, все проверяет, молодец. Это у нас что, бумеранг, что ли, какой-то? Опа. Отсылка хищника. У него ж там защищает подобная вход. Штучка была. А где наша девушка? Ее что, убила, что ли? Не, Лили, не повезло ей, не повезло. Да, ты не спи на ходу, Уокер. Лили, она мне как сестра родная. Мы выросли в Винланде. 23 года, 7 лет срока. Механик, инженер и бой. А я... Капрал крысиного дозора Винланда. Прикольно. Ничего, и на твою долю. Нормально. Хватит. Хороший выстрел у нее. Неплохая такая у меня сестричка там. В этот раз все серьезно. Ладно. Тогда чего мы ждем-то? А кто там стоит, я не понял. Опа. Давай! Не отставай! Да, убила ее. Лучше ты, чем я. Ее убила. Окей. О, нормально, нормально так оружие. Нормально у нас оружие, кстати. Так, использует трос. Я признаюсь честно, я первую игру не играл. А ты играл? Если ты играл, обязательно отпишись. Не, хотя я, может быть, и играл. Я помню такую игру, но я не помню вообще. То есть, по факту, можно сказать, что я и не играл. Потому что я вообще ничего не помню. Это для меня не новая надо. Игра. Не дождутся. Будет трудно вести счет. Поэтому мы попробуем. Но здесь вообще шутер такой убойный, да, как я полагаю? Уокер! Вики в отбор! Живо! Уже иду. Лили со мной. Жерси отправили предупредить. Так, окей, окей. Стрельба неплохая. Значит, все серьезно. Все нормально. Ух ты, так. Собирайте. Так, батарею, убивайте врогов, восстановить здоровье. Окей. Убивать врагов, собирать вот эти батареи. Все. И мы будем с тобой. Что делать? Правильно. Исцеляться. Если вам нанесли большой урон. Бупочка Т у нас. Ага, Т у нас это типа исцелиться. Оп, нихера себе! Вот эта машина! Нормально он их спалил. Нормально. Но я надеюсь, нам не нужно будет ее стрелять, убивать, точнее, с пистолета. Я знаю, кто это. О, мы будем телепортироваться с тобой. Неплохо, неплохо. Не, начало неплохое. Прям такое чувствуется экшен. Экшен в этой игре. Ну, да. Наш рейнджер долго не прожил. А зато убил. Зато убил. Я надеюсь, что мы так не будем жертвовать собой. Это как бы не хотелось. Убить бедный одного рейнджер, монстра для того... Медицина тут бессильна. Для того, чтобы умереть потом. Не хотелось бы, да? Медицина бессильна. Конечно, голову-то ему откусили. Ну ничего, теперь мы ее поносим. Окей. Тоже неплохо. О, жесть. Мама, это его ухо там лежало или что? Тут внутри еще очень много... А, понятное дело. А что делать? Выбора нет. Так что, у нас теперь своя броня будет. Охренеть! Круто. Это даже круче, чем я думал. Кстати, прикольно, что здесь русская озвучка. Так мало игр, где русская озвучка. Потому что русская озвучка, она всегда привносит в игру привлекательность, если так можно сказать. То есть меньше напряженности, не нужно читать ничего. Так, нажмите Q, чтобы быстро выбрать один из типов оружия. Окей. Ну, у нас пока что пистолет с тобой и штурмовочка. Неплохо, неплохо. В будущем потом будем с тобой открывать новое оружие. И, в принципе, будем что-нибудь интересное делать. А кто? Есть враги вообще, нет? Или уже закончились уже? Враги-то все закончились, по-видимому. Гранаты, окей. Мы гранатами еще воспользуемся. Мама вся оттягивала момент, когда ты наденешь броню. Кстати... Завидуешь, Лили? Я вот это вот вступление проходил. Я здесь убивал монстров. То есть, типа, когда ты начинаешь заново сюжетку, эти монстры уже убиты, что ли? Или что, я не могу понять. Странно. Может, просто мне не подгружаются они почему-то? Да, и здесь был монстрик. Ну, окей, ладно. Кстати, я не знаю, здесь нужно вообще что-либо исследовать, искать. Может, пасхал какие-то еще что-то. Я этой темы не знаю, поэтому, если ты в курсе насчет этого, держитесь, скоро буду. Ты обязательно мне напиши. Так, патроны. Патроны у нас на максимум. А это что такое? А это ничего. Это ничего у нас. Все в порядке. Идем дальше. Боеприпасы до штурмовой винтовки какие-то подобрали автоматически. Ну, автоматически подбирается, это уже плюс. Ой. Он упал и умер сразу. Неплохо. Помнишь, что в академии работал?
рассказывали про рейнджерскую броню. Врубай форсаж, когда он зарядится, и покроши врагов. Форсаж еще есть. Неплохо, неплохо. Ага, никого нету, врагов-то нет у нас. Они вон все падают, дохлые. Прикольно, то есть если мы начали сюжетку, мы чуть прошли, мы здесь побивали врагов, то теперь они падаются просто... Они падают просто дохлыми! Вот это прикол! Да, мы даже не постреляли с тобой. Ничего! Мы-то... Я-то недолго прошел, я буквально минут 5 поиграл, поверил, что система работает стабильно. Поэтому экшен еще будет у нас. Тетя Проули. Тетя. Герой войны, рейнджер. 53 года. И всем пример. Особенно для Лили. Когда мои родители умерли, растила меня. Скажу вам прямо, это сержант. Сержант. Жду указаний. Понятное дело, военное время. Постапокалипсис, нужно выживать. А не слюни пускать. Это броня Джерси. Джерси погиб, мэм. Кто напялил его броню? Тот делает его работу. Mm-hmm. О, ничего себе! Еще больше! Я-то думал, это там самый большой, а здесь еще больше монстров пришел. Ни хрена себе, да как они там разрабатывают? Он же мертв. Генерал Кросс? Генерал Кросс? Это самый, так сказать, злобный здесь враг наш, да? Которого придется нам с тобой его убить. Но мы-то убьем, мы же справимся. Ты же не просто так пришел, правильно? Ты пришел поддержать меня. Кстати, напиши, как тебе игра по первым впечатлениям. Нравится, не нравится. Я вообще слышал ли ты о ней? А если слышал, то твое впечатление какое об этой игре? Которым пугали непослушных детей вроде меня. Не знаю, бредит Проули или он правда жив. Знаю одно. Если жив, я эту беду поправлю. Ага. Назад. Неизвестный возраст. Это приказ, слышишь? Опа, нас схватили. Ну ё-моё, ну чё, чё, сейчас, наверное, будем что-то делать, да? Или нет? Хотя раз пропустить, значит, ничего не будем делать. Ну, посмотрим. Странные какие-то монстры. Но у этого руки есть, а у тех предыдущих рук нету. Прям смешно, конечно, выглядит немного. Как легко рука-то оторвалась у него. Да, экшен будет прям вообще лютый, я чувствую. Очень много экшена будет в этой игре. Пока что мне все нравится. Я думаю, тебе тоже нравится. Так. Ну, это, я так понимаю, что он вообще полностью металлический. У него только голова, что ли? Это Робокоп версия Рейдж, что ли? Интересно, интересно, конечно. По старой памяти, Рина. И все, да? Ну как-то легко он ее убил. Ведь именно твоя никчемность и сохранила мне когда-то жизнь. Все, да? Ну да. Убили. Теперь нам нужно мстить. Не только за нашу... Не знаю, это же не секта нам. За наше поселение, да? Но и за нашу тетю. Которая, к слову, была для нас не совсем тетя, а была сержантом, которая обучила нас выживать в этом постапокалиптическом мире. Так, снова загрузочка. Так, попробуем тебя завести. Разряд! Стой! Подожди! Ого! Нормально, нормально, я живой в сознании. Я ж в сознании! Ты-то да. А твой новый костюмчик надо... Не, ну сестричка нормальная у нас, нормальная сестричка. Но вот костюмчик похож как из Дума. Значит, прям очень все... похож. Неплохая такая отсылка. Все, что осталось. Как сделать жесткий и такой десяток. Мощный, брутальный шутер? Просто запихнуть я в костюм, Проли. Похожий на костюм из Дума. И все. И будет убойный шутер. Он... Я думаю, что здесь также будет убойный шутер. Убил. Он ее убил. Да, мои соболезнования тебе. Но мы с тобой должны отомстить. Не знаю как. Мы с тобой отомстим. Мы их остановим. За нашу тетю. Своими руками сверну шею этому увечному мерзавцу. Если честно, я никогда не верила, что правительство вернется. Они вернулись. Ну, по графике такая. Нам надо что-то неплохая делать. Игра. Я бы не сказал, что прям супер реалистичная. Персонажи, ну, анимация у них есть.
Их файлы, их записи. Сейчас достаточно неплохо. Они хранятся на заставе. В главном штабе рейнджеров? Ты совсем? Туда можно только рейнджерам. Лили, послушай. Я последний рейнджер. А я последний рейнджер. Охренеть. А ведь правда. И все, так просто, да, типа, я последний рейнджер. Давайте, читай, что здесь, журнал. Кросс. Кросс, а короче, это про генерала. Окей. Окей, это про генерала, мы с тобой и так уже знаем, что это не совсем хороший человек. Войти на заставу. Вали уже, Уокер. А, все, на заставу войти, окей. Сколько первопоколенцев? Пересчитай тоже. Я так шепчу. Я шепчу. Я стараюсь бежать быстро. Гранат. Гранаты мы, конечно же, возьмем с тобой. Хотя я еще ни разу не запускал гранат. Огонь такой интересный. Так, ну по графике, как ты видишь, все хорошо. Более чем терпимо. Все в таких розовых тонах. Надеюсь, ты мне что-нибудь оставила. Так что им все. Да, конечно, оставили. Уокер, крысиный дозор. Я пришел за сведениями о своей... о сержанте рейнджеров Эрвине Проули. Запрос обрабатывается. Отмена протокола. Угу, нас пропускают, да? Окей, нас пропустили. Неплохо. Неплохо так. Уокер, если ты видишь это послание, нас потрепали сильнее обычного. Скорее всего, я мертва. А Винланд разрушен. Это также значит, что я последний рейнджер. Правительство вернулось, и его надо остановить. Все эти годы я не давала тебе присоединиться к рейнджерам. Я предвидела, что они и старшие могут стать мишенью. Надеялась, что ты выживешь. У, я секретное оружие. Неплохо, прости, неплохо. Не тебе все правды. Я даю тебе доступ к главному ковчегу Винланда и всем его технологиям. Старый морозильник. Я... Твои родители. Все старшие лежали там несколько веков, как замороженные куриные тушки. А потом восстали и надрали правительству задницу. В ковчеге есть распределитель ID-сертификатов. Считай его моим подарком. Сколько много всего нам дают, вставай. Для того, чтобы мы защитили этот мир. Сверхчеловеческие способности. Иначе не скажешь. Войди в ковчег и включи устройство. Сверхчеловеческие способности мы припасла призрак Проули. Приобретем. Даже с того света продолжает командовать. Круто. Сейчас мы узнаем, что нам дадут. Ковчеги. Исключительно ценные объекты, которые могут содержать в себе оружие ковчега и нанотритовые способности. Ну, казалось бы, да? Так, Ctrl. Ковчег 401А. Пожалуйста, подойдите ближе для досмотра. Досмотр завершен. Добро пожаловать в ковчег 401А. То есть таких ковчегов очень много, как я понимаю. Засунуть руку в подозрительную дыру и надеяться на лучшее. Давай. Засунем руку. Была не была. Ого. Нормально, нормально. Нас так потрепало. Добро пожаловать в камеру симулятора. Здесь вы научитесь использовать оружие ковчега и полученные ID-сертификаты. Давай, как у нас... Вы установили ID-сертификат. Рыбок. У нас способность рывок с тобой будет. Рывок позволяет уклоняться. Хорошо. От атак противника. Пока он действует, вас сложнее это попасть. Круто. А вы рейнджер. Так, понятно. Нам дают способности. Три раза используется рывок. Так, ВСД. А. Хорошо. Повторите. Еще раз. Очень хорошо. Симулятор научит вас использовать ID-сертификат рывок для уклонения. Здесь получается и в стороны. То есть не только вперед-назад, но еще и в стороны. Это прикольно. Клониться от ракет. Повторите.
А я уклонился, да? Еще раз. Ну неудобно слишком, когда вот в сторону, не совсем удобно. Все, да? Хорошо. Теперь вы знаете. То есть вперед, конечно, удобнее, но в сторону не совсем. За контролом. Может, мы поменяем. Окей. Хотя я ожидал как уметь помощнее. Способность, ну, я думаю, что нам на первое время хватит и такой. А кусаться вот так было обязательно? Возвращайся в главный зал. Я должна еще кое-что сказать. Как странно получать приказы от мертвой. Странно, тетушки. Конечно, очень странно. А ну что поделать? Это постапокалиптический мир. Здесь все странное и необычное для нас. Для нас с тобой, кстати, дружище. Ай, быстрее, давай, проходи. Это только начало. Множество? Ковчегов множество. Отыщи их. Используй их ресурсы для борьбы с правительством. В одиночку его не победить. Если Лили еще жива, она станет тебе незаменимым помощником. Есть и другие союзники. Те, о ком тебе только доводилось слышать. Когда война с правительством подходила к концу... А что, запись нельзя было сделать без оружия? Или обязательно нужно было с оружием стоять? Кинжал. Uh-huh. Окончательно. Правительство несло тяжелые потери, но мы не верили, что оно просто возьмет и исчезнет. И мы знали, что в распоряжении генерала Кросса есть технология, дающая что-то бессмертие. Ничего себе. Хотя я бы не сказал, что он бессмертие. Засунул себя полностью в механическое тело. Их трое. Первый, Джон. Теперь бегает так. Как Робокоп. Он первым. Нам нужно найти его. Он лучше всех разбирается в технологиях и шпионаже. Его навыки помогут тебе скрыться от Хорошо. Правительства. Так странно слушать, точнее, слышать это слово правительство, когда у нас по факту... Вторая, а, ты еще не закончила, ё-моё. Я думал, он уже закончил, а собрался идти выполнять миссию. Рядовой боец. Теперь стала мэром крупнейшего города Пустоши. У нее есть военный транспорт. Окей. А это бесценно. Так, дальше. Наконец, доктор Антон Квасир. Правительственный ученый, перешедший к повстанцам. Никто не разбирается в мутантах и нанотритовых технологиях лучше него. Его знания – краеугольный камень проекта Кинжал. Окей. Ладно, мы не будем читать, мы лучше с этими персонажами познакомимся лично с тобой, правильно? Что нам читать о них? Мы не любим читать, мы любим играть. Мы же сюда собрались не для того, чтобы зачитывать текст, правильно? Мы собрались здесь с тобой для того, чтобы поиграть и посмотреть, насколько интересен сюжет в этой игре. Вот черт. То есть ты решила переложить все это на мои плечи и свалить в закат, да, тетушка Броули? Опа, велик. Что ж, похоже, теперь вся покататься нельзя, на меня. Да? Ну ладно. Так, выходим. Получили мы способность... А, здесь нельзя ей пользоваться. Лили, мне нужно разыскать троих. Джона Маршалла, доктора Квасира и Лузам Хагар. Они участники проекта «Кинжал», направленного против правительства. Ничего себе задание. Да, твоя матушка и после смерти не мелочится. Не смешно, Уокер. Прости, Лили. Слушай, я готов отправиться в пустоши. У меня есть неужто тачка? То, что нужно. Давай, я пришел. Ну, что предложишь? Ну, у меня целая тонна идей. И с твоей помощью мы Давай, этот проект говори. Реализуем. Это нужно для твоего выживания в пустошах. Для начала. О, это уже интересно, это на самом деле интересно. Добро пожаловать на экран проектов, окей. Базовое найти, уничтожить. Базовое. Подтвердить. Потратить на покупку улучшения очки. А как? А, вот F нажать. Здесь я это не заметил. Я так полагаю, все, да? То есть получается проекты. Проекты это по улучшению чего-либо. Костюм, не костюм, в общем. Чего-либо. Так, посмотреть в гараже. Нет денег, требуется $10. Угу. А тут тачек, посмотрите. Посмотрите, какие машины здесь. Это вообще Бэтмобиль какой-то. Прикольно. Неплохо. Гараж работает, Феникс готов расправить крылья. Угу. Море работы у нас. Море работы.
Тебе надо копить мощь, а мне привести Винланд хоть в какой-то порядок. Если повезет, трое из проекта Кинжал тоже будут с тобой сотрудничать. Для борьбы с правительством. Хорошо. Тебе надо стать сильнее. А, тут, кстати, метки. 5 тысяч, 6 тысяч, 4 тысячи, 40 метров. Так что будь осторожнее. И веди себя прилично. А, ну я же буду на машине ездить. Все, отлично, отлично. Отлично, у нас тачка есть. Смотри, новенький рейнджер. Я Феникс. Да, я знаю, что круто выгляжу, но еду я еще лучше. Ну что? Так, не, ну прикольно, прикольно. Открытый мир, все дела. Мне нравится. Пушечки у нас есть, все как. Так, я не поняла, как она в сторону так? А, ну просто как-то так. А, так, у нас есть карта? Есть, конечно, у нас есть с тобой карта. Теперь, это наши главные цели. А вот это что это у нас такое? Ковчег Драндулетного ущелья. Обалдеть, вот это название. Вот это название. Отслеживать. Enter, да? То есть только так можно. Просто нажать нельзя. Есть даже маркеры. Обалдеть. Чего? Здесь даже указатели стоят. Охренеть. Вижу препятствие. Явно искусство. А назад. Наверняка засада. А, что-то как-то. Ага, постарайся расчистить дорогу. А что, нельзя? Пострелять там? Никого нету, да? Нету. Видимо, мне нужно было специально сюда заехать. Да, видели, что я не успел тормозиться. Надо было заехать. Что-то как-то никто не хочет взять вот это. Мы, конечно, все с тобой возьмем сейчас. Мы с тобой сейчас все возьмем здесь. Фига себе, какие все цветные. Что здесь у нас? Есть взять чищащее средство. Окей, мы возьмем его тоже. Нам оно пригодится, я думаю, с тобой. Да ё-моё, давай. Забегай сюда. Это что сейчас было? Это что сейчас было? Я не понял. Ящик с элитными батареями. Фиолетовые батареи какие-то. Нам они тоже необходимы, как я понял. Нормально-то. А вам не кажется, что у меня баганула игра после того, когда я перезапустил сюжетку? У меня все вот эти чуваки мертвые. Это что за... Будь свободен. Обалдеть. Да, нормально. Коалиции это понравится. Фиолетовый двигатель. Окей. А, в общем, странная какая-то фишка. Типа я перезапустил игру, начал новую, и все. У меня все враги умирают. При этом мы даже не успеваем с ними постреляться. Интересный баг такой. Я не знаю, если вдруг ты такое встречал, играл в эту игру, расскажи вообще, как от этого избавиться. Иначе у нас будет просто самое лайтовое прохождение Rage 2. Наверное, проще не придумаешь. Так, тихо. Блин, нихера себе, это я что, сейчас кого-то уничтожил, что ли? Обалдеть, нормально так врезались. Не, ну управление, конечно, здесь интересное. Очень интересное. Ничего не скажешь. А что это такое, я не понял. Тихо. Что это все трясется, что-то. Такое ощущение, что где-то жесткий какой-то монстр идет. Не, ну мне нравится. Хорошо, что сделали. Мои индикаторы реагируют на какой-то ковчег? Сигнал. А, ну все. Арктек. Да, твой костюм рассчитан на то, чтобы принимать сигналы старой техники. Возможно, рядом старый ковчег. Если его никто не трогал, внутри будет оружие. Так, понятно, мы заглянем. Тебе нужно в него заглянуть. Уокер, мы все еще должны найдем. Мы сейчас с тобой посмотрим ковчежек. Да? Ковчежек нам уже нужен. Ковчег нам нужен с тобой. Для того, чтобы получить новые силы. Так, пока что я здесь не...
Да, кстати, да. Опять то же самое. Опять то же самое. Все просто умирают при виде меня. Такие типа, да зачем нам сражаться? Мы не хотим сражаться с тобой, рейнджер. Мы с тобой сражаться не хотим. Нам можно будет... Проще им умереть, наверное, чем сражаться со мной. А ну и правильно. Нам вообще просто проходить теперь. А, то есть чисто... Именно только надо стрелять, да? Разбить никак нельзя. Окей. Контейнер 416А. Хорошо, хорошо. Тихо, я отпустил. Сорян, сорян, я отпустил случайно. Я случайно отпустил. Досмотр завершен. Кстати, ты знаешь что? Ответь-ка мне на вопрос, лучше на который. Но есть у меня очень хороший вопрос к тебе. Как тебе больше нравится? Или будет нравиться? Проводить такие вот записи прохождения на 30 минут? Или может быть на час примерно? Потому что я не знаю. Я плюс-минус 30 минут пытаюсь уложиться. А может быть надо на час делать такие прохождения, чтобы не очень... Обучение бросок. А давай сейчас обучение пройдем. Так что мало ли, вдруг тебе хочется побольше смотреть прохождение игр. В результате которого генерируется мощная кинетическая волна. Ага. Она уничтожает броню. А ну это уже поинтереснее, согласись. Это уже поинтереснее способность. Зажмите Ctrl, затем F, чтобы бросить вперед и выпустить мощную кинетическую волну броска. Окей. Зажать. Я только хотел бросить. А, ну это надо вплотную подходить. Хорошо. Броском уничтожьте броню. Броню противника. А сейчас мы что уничтожали? А, все, я понял. То есть, если слишком бронированный, то мы можем сначала уничтожить броню, а потом его соответственно уничтожить. Но это получается, если нам нужен ближний бой, и мы будем драться без оружия. Возможно, такие у нас будут моменты в этой игре. Это же безумная игра. Там, в ковчеге, было полно крутой снарядки. Да, знаю. И мне завидно. А, еще качается... А, качаю уровень у всяких различных ученых. Как я понял. Прикольно. Так, способности оружия, найденных в ковчегах, можно улучшить, чтобы улучшить способности. Это все понятно. Так, не то. Не туда, не туда. Желаю вам... Одну кнопку нажал, а чтобы выйти, надо несколько раз нажать. Цивилизацию, Рейнджер Уокер. Так, что здесь у нас? О, у нас новая тачка есть. Да ты посмотри, какой здесь автомобиль есть. Баги какой-то. Нормально, нормально. Неплохо, неплохо. На реактивном ускорителе, что ли? Не, ну неплохо, неплохо. А машины здесь достаточно очень интересные. Очень интересно. Динамит еще есть какой-то. Все остальное мы автоматически собираем. Да, все остальное мы автоматически собираем. А, вот они, да, вот они лежат. Якобы я их убил, хотя я их не трогал. Странно. Странная особенность игры. Я, конечно, надеюсь, что у меня отлагает, и при следующем... При следующем выпуске, да, когда мы будем снова с тобой проходить эту замечательную игру, у меня все восстановится, я смогу нормально так играть и убивать противников. А сейчас вот, ну, ты видишь, да, что происходит. Я подъезжаю, а никого-то нет. Ну, точнее, они есть, но они уже мертвые. И кто-то убил. Какие впечатления по первому видеоролику, да, по прохождению? Давай мы с тобой подведем итоги, потому что время уже поджимает, нам нужно заканчивать. Кстати, тебе огромнейшее спасибо, что ты посмотрел этот выпуск до конца. Ты лучший. И надеюсь, что тебе эта игра понравилась. Тебе понравилось то, как мы проходим ее. Поэтому не забудь поставить лукасик этой серии, чтобы ее как можно больше людей видело, да и чтобы мне было приятнее. Тут какая-то здоровенная ага, объект пройти. Да ладно, ладно, мы с тобой еще туда заедем. Нутром чую. Поэтому... Не забудь еще оставить комментарий, конечно. Играла ли ты первую часть, играла ли ты в эту часть. Может быть что-то знаешь вот по этой ошибке, да, которую я увидел, баг, не баг. Не знаю, я конечно надеюсь, что... А, это и форсаж есть. Посмотрите, еще форсаж есть здесь в этой машине. На shift. Прикольно.
Не, ну машина интересная. Мы ее будем улучшать и будем качать. Мне нравится. По первым впечатлениям, да, по игре. Что хотелось бы сказать. Игра на самом деле очень интересная. Нравится. Прикольная. Но пока что так. Не знаю. По сюжету надо продвигаться вперед, потому что ну, за 30 минут особо ты не сделаешь никакого впечатления. Но пока все нравится. Русская озвучка — это уже огромный плюс к сюжету игры. Если тебе понравилось, напиши об этом в комментарии. Ну, вообще, нравится, не нравится такой сеттинг. Может, тебе не нравится такой сеттинг. Поэтому пиши. Не забывай об этом. Все. Это все, что хотелось тебе сказать. То, что хотелось тебе сегодня показать. Поэтому огромнейшее спасибо, что пришел, посмотрел, поставил лукас, я надеюсь, ты поставил. Не забывай об этом. Это очень важно для меня. А если не подписан, то подпишись. Подписка, это ж круто. Да и ты никогда не пропустишь новых серий, новых выпусков по разным играм, потому что это еще только начало, братишка или сестричка. Это начало. Мы с тобой еще пройдем столько много крутых игр, крутых проектов. Очень много. Поэтому не забудь подписаться и поставить колокольчик. Спасибо тебе огромное за просмотр. И до встречи. Прощаться не будем, потому что встретимся скоро в новой серии по прохождению каких-нибудь интересных крутых игр. Всего доброго тебе.